классе очень холодно, на перо дышу. Опускаю голову и пишу, пишу. Первое склонение, женский род на А. Сразу, без сомнения, вывожу. Война. Что всего существеннее нынче для страны, в падеже родительном. Нет чего. Войны. А со словом воющим, мама умерла. И далекий бой еще, чтобы я жила. Шлю войне проклятие, помню лишь войну. Может, для примера мне выбрать тишину? Но войною меряем нынче жизнь и смерть. Получу отличное. Это тоже месть. О войне тут горестный, гордый тот урок. И его запомнила я на вечный срок.